В Институте международных отношений КФУ сегодня обучается более 5500 студентов, из которых почти 900 – граждане 44 иностранных государств. Естественно, подразделение заинтересовано в том, чтобы все эти учащиеся чувствовали себя комфортно в чужой стране и помогает им с адаптацией. Мы понимаем, что каждому иностранцу нужен свой определенный индивидуальный подход. Именно поэтому в начале этого года мы запустили проект под названием «ИМО-трешка» для наших дорогих студентов. Изначально мы начали его реализацию на базе подготовительного факультета Казанского федерального университета. Проект включает в себя цикл различных лекций о России, Татарстане, Казани и, конечно, Казанском федеральном университете. В начале года такие лекции были прочитаны в подготовительном факультете КФУ, а потом были реализованы и в Институте международных отношений. Учитывая сложившуюся ситуацию в условиях пандемии, мы хотим позаботиться о наших дорогих иностранных студентов, и именно поэтому решили реализовать данный проект еще и для наших студентов, для студентов Института международных отношений. Так, 24 июля в режиме онлайн прошла лекция «Тренинг для иностранцев» в рамках проекта «ИМО-трешка» от специалиста Центра профориентационной работы и международного сотрудничества Института Эмиля Адлейба. По словам лектора, подобные мероприятия будут проводиться и в будущем. Мы расскажем и поговорим о культуре России, о культуре Татарстана, о тех особенностях и специфике, которая отличает российскую и татарскую культуру от всего остального мира. Поговорим с ними также о том, насколько и какова роль Казанского университета в этом многообразии. И, конечно, в очередной раз это будет доказательство того, что именно вот это разнообразие мира, о том, что мы все с вами разные, дополняет вот эту красивую картинку того, для чего мы живем. На таких лекциях-тренингах студенты не только расширяют свои знания о стране, городе и университете, в котором они учатся, но и обрастают новыми знакомствами в разных точках мира. Камиль Гемоздинов, Булат Садыков, Универньюз.